Сегодня я тебе покажу 5 комбинаций базовых, можно их так назвать, очень простых, но очень эффективных и часто применяемых в боях, нога-рука. То есть комбинация будет начинаться с ноги, а заканчиваться рукой. Обязательно ты найдешь в этих комбинациях что-то свое и нарабатывай их, как бы, то, что тебе больше нравится. Технику удара я давать не буду, я ее уже давал в своем бесплатном видеокурсе, который ты можешь получить в конце и под этим видео. Итак, начнем. Итак, первая комбинация, довольно часто применимая в боях. Мы пробиваем левый лоб по левой ноге, внутренний левый лоб, высекаем ногу противника, на свою ногу заваливаемся и сразу жесткий правый кросс вставляем в голову. Работаем. Левым мидлкиком пробиваем в печень. Противник сразу будет опускать ручки, прикрывать корпус локтем, выставлять блок. И отсюда мы сразу его накроем правым боковым в голову. То есть все внимание убираем в одну сторону и жесткий удар пробиваем с другой. Работаем. Начинается с фронт-кика, она идет как стопорящая. То есть, когда противник идет на нас, мы левой ножкой его останавливаем и отсюда добавляем сразу два жестких прямых в голову. То есть, после фронта ручки опустятся и наша задача двоечку всадить. Работаем. Подписывайся на канал, делись видео с друзьями и удачи в тренировках!